20 декабря в Баку состоялся международный круглый стол «Россия-Азербайджан» в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы. Организатором выступил политологический центр «Север-Юг» совместно с аналитической экспертной сетью «Баку Нетворк». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти России и Азербайджана, экономисты, политологи и общественные деятели двух стран. В ходе круглого стола были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами по самым разным направлениям. Совместная инициатива России и Азербайджана на международном треке, взаимодействие в рамках международных организаций, роль России и Азербайджана как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе, миротворческое присутствие России в регионе, промышленная кооперация сферы отрасли компании, интерес России и Азербайджана в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии, развитие сотрудничества в проекте «Международный транспортный коридор Север-Юг в новых реалиях на Южном Кавказе». В рамках мероприятия высказали спикеры двух стран. В своем выступлении политолог Фарид Шафиев отметил важность роли Азербайджана как платформы для сотрудничества Российской Федерации и Турции. Для нас очень важно, чтобы Южный Кавказ был регионом сотрудничества между Турцией и Россией, а не соперничество, как так будем откровенно говоря, что иногда происходит в других регионах. И в этой связи, мне кажется, роль, вот именно экспертная роль, достаточно важна. Говоря о региональном сотрудничестве, надо перейти к другой очень важной теме, 3+3. И здесь тоже очевидно, что есть один проблемный вопрос, что Грузия не будет участвовать в ближайшее время в этом вопросе. Поэтому мы просто должны продолжать то сотрудничество в рамках 3+2, когда будут условия, дай Бог, когда-нибудь такие условия будут, чтобы мы, значит, обсуждали все это в более широком составе. Но здесь, в данном случае, опять же, я вижу очень важную роль экспертов во вовлечении, опять же, турецких коллег, иранских коллег, форматы, которые существуют. Есть и формат Россия, Азербайджан, Турция, тоже ее надо задействовать. На мероприятии единогласно было отмечено, что российско-азербайджанские отношения являются примером долгосрочного взаимовыгодного партнерства двух стран на международной арене.